морскую прогулку в Урду. Обзорно. Набережная Ялты. Идем на канатную дорожку. Видите, вот это весь хребет горный, это все Айпетри. Вот он, виной. Анюта, сейчас направо. А, вот как мы, простите, не заметили. О, прям написано канатная дорога. А мы это не видим ничего. Это могли пропустить. Мы сами не знаем, как мы это могли пропустить. Взрослый 500, детский 300. Прям как на корабле. А, там по одному, что ли? Один или два. Один или два? Взрослых, один детский. 1800. Ой, тут сидеть можно, смотри. Ого. Ой, так ты дверь-то уже не трогай. Вон туда сядь, Илья, вон ведро. Вот сюда. Сядь. Ну как? Прекрасно. Ой, Аня тут прям высунулась из ведра. Не раскачивайтесь, это опасно. Боже, тут кто-то еще раскачивается. Тут уже вон деревья общипали. Машинка. Ну прямо над такой. Так, где мы с тобой находимся? Что это за кибитка? Я не знаю, тут полы трещат, все трещит. Кибитка какая-то. Это там кто у нас? Мама с Ильей. Такая вот канатка.
Люкцию пока-то закрой. Сейчас лучше открывать. Так, подожди, а наши еще не вышли, они дальше уехали. А, вон, вон, вон. А вышли. Можно? Подожди, пока-то закрой. А там было написано, да? А вы что, не читаете? Нет. Да. А, в самом конце? Мы уже ехали с Аней, вот с открытыми дверями. А, или я тоже открыла, но я говорю, Илья, не надо, давай вы это, закрывай. Нет, там написано же было. А, вот это смотровая площадка, да? Верно. Дерево жизни. Открывайте дверь. А, Илья, ты видел надпись? Мы не видели. Кузнечик. Вон, друзья, как у нас. Где? Вон. Реально. Наш рюкзак. А, это музей автомобиля искусства. Должны сходить в гости к бабочке. А где бабочки, ты видишь? Ага. Какие классные. Вау. Так, мы не уходим? Вау, какие ворота. Целое произведение искусства. Даже с ящерицей на воротах. Еще и ящерицу сделали. С ума сойти. Вот очумельцы-то, а. Угу. Эйфелева башня. Смотри, Илья, усы такие хочешь Папа нашел свою любовь. Это же у нас любитель формулы один. Ну давай, тебе прямо надо ехать. 2009 года мы с отелем по формуле 2. Ну это не один. Нет, нет. Один небольшой. Мы с отелем формулу 2
характеристики. То есть длина, ширина, высота колесная база совпадает. Ну, 2-2, да? С 2009 годом, если не ошибаюсь. Резина настоящая. Спасибо. Космос. Прямо настоящий, что ли? Да, да. Так у них рабочая температура 120 градусов Цельсия, то есть они оптимальная работа. Если ниже 90, это холодная, то есть она скользит. А если выше 140, то она уже постепенно. Можете внутрь залезть, фотографироваться, если хотите. Папа, что, поедешь? Давай выбирать. Ну, ты попробуйте, а может там тогда даже и не сможешь залезть туда. Не-не, я так сама нет, а тут надо руку поднимать просто. Вот он. Только смотри, это до пляжа сразу не уедь. Сначала правую ножку, потом левую под руку и как на брусья попускайтесь вниз. То есть на руках до конца план. А и ноги в кокпит как уезжают. Да. Вау. О, ничего себе. Папа, почувствуешь себя? Чуть-чуть можно не получится? Нет, сейчас не получится. Угу. Вот так вот, все, опускайтесь. Я просто по спине. Педали полностью прожать можете? Можете подальше, поближе? Не-не, все до конца могу. Все нормально, да? Может их чуть дальше убрать, чтобы удобнее было? Ну, в принципе, чуть-чуть, если только. А вот где-то можно. Кто-то в лифте родился, да? Вот. Можете как коробка автомат ехать, так же можете лепестками, и да? Лепестками переключать. Да, 8 скоростей. Ну, тут автомат, в принципе, работает быстро, поэтому... Так. Смотрите, управление тяжелое, говорю сразу вам. Если вы ехали на траву, на гравий, выехали на асфальт, пару движений рулем, чтобы очистить покрышки, потому что будет постоянно сносить ее. То есть и также перед поворотом оттормаживаетесь, выходите из поворота, ровный руль, газ открываете. Конечно. И сейчас поймете. Потому что... С горочки-то легко скатиться. Нет, кнопки не надо. Ладно. Куда это? Ты уже едешь или еще не едешь? Нет, нет, нет. А, ты шатаешься просто? Это уже заигранная машина. Все, да. Ну, счастливо. Что тебе все делают? Как стоячего? Опа! Слушай, ты, Петров! Ты что, если тебя выпустить на трассу? Это вообще... Ты хоть последнюю догони. Мне кажется, тебе матюгами что-то сказали. За что деньги платят? Ну все. Поздравляю с 20 места из 20. Что-то фотографироваться и забыли сделать? Нет. Понять, как там хорошо. Так самое интересное, вначале ты плыл, потом ты летел, потом ты на Формуле-1 ехал. Что меня ждет дальше? Ракета? Это ж сколько в человеке? И все это за раз, за один день. Ну как здесь? Как тут не отличать по вечерам? Потом еще ехал. Ловим. Потоки.
Аня машет. Сейчас Илья будет залезать. Оп. Дальше Анютка. Ой! Спускаемся, идем на спуск. Цикады. Слышу, как поют обе свои песенки. Ждем следующих. Не, ну там барабулька, конечно, рейтинг хороший, но сесть, конечно, этот стол. Не, там все маленькое. 50 на 50 сантиметров, куда? Вот нам сейчас туда, направо. Да, мы там кушали, ты вспомнил? Сейчас Серёжа, молодец какой. Аня уже стол заняла. Ой, тут так прохладненько, и места много, да? А, были, ты вспомнила? Я беру. О, твой любимый фреш. А где наши мальчики-то? Может, ты весь раз тоже будешь в параллель? Все захотели больше украинских мясом. Так, где же? Аня тоже хочет, да. А можно идти? Ой, ой, я за вами не успеваю. Каскадер. Каскадер Илья. Илья, легко заезжай. Ты что, тоже собрался? Дай я к тебе в телефон положу, в рюкзак. Аня! Ялта, город счастья. А мы едем дальше. Ну что? Давайте руки вытерем, а то мы там... Расскажите, на чем у нас сегодня папа катался? Он и... Вначале он плыл. Плыл. Потом летел. Летел. Потом на Формуле 1 гонял. Ехал. Потом он электросамокате гонял. Ходил.
И еще ходил. Ходил, потом еще и на электросамокатах катался. Папа, как самочувствие? Так, осталось на ракете. На поезде, на самолете, на... Аня, что этот чек-то сохранил сейчас, то он еще кинуть? Рынок. Что? Ну, аккуратненько сделано, современно. Мы в Турции. Да, искали. Все ухохотались от различного дизайна. Нет, нет. 600 рублей к оплате. Карта или наличные? Карта. Ой, а тут-то дерево растет, смотрите, розочки. Я там видел, ты знаешь, где будет курица? Вот он, часть тебя. Нет, не цветочки на дереве. Смотрите, тут магнолия. Народ у нас увеличивается. Время 17:00. То есть днем мы тут на электросамокатах разъезжали, было вообще свободно. А сейчас уже. Что? Люк вот так вот, провалил. Флаги тут. А, я видео снимаю. Кидали, Феодосий, по-моему, да, мальчика на гармошке кидали. А? Кидали, помнишь, денег кидали? Аня же кидала, да? Да. Кому? А Феодосий, там мальчик на гармошке играл или на чем? На баяне? На баяне? Я помню. Нам понравилось, иди играли, иди, кинь монетку. Ой, нет, ты даже мне монетку кинула, ты кинула им, по-моему. Я купил. Сколько? Бумажную с тобой. Да. Зарядить телефон не надо? Так. Сколько у тебя? Часики работают? У меня осталось 4%. Ну, видишь, как у тебя долго они, хотя заряжали чуть-чуть. Все? Да. А мне, я прочитала, как я латинский дворик, дворник. Дворник? Да, я латинский дворник. Восьмой. Восьмой. Мы на восьмом прибыли, на восьмом должны и убыть. О, все, это потому что это итальянская дверь. Вот, у Ани была. Итальяно, итальяно. Форос хоть. Три корабля. Форос, Рел, Балаклава. Народу тьма. Мы простояли очень. А нам сказали, а ваш на форс еще рано. Такая очередь, конечно, была. Ну ладно, мы опять заняли очередь.
такой сидит, руки вот так спустил, знаешь, типа профи. Ну это тренер или какой-то? Нет, это сзади инструктор, а этот просто. А что он без жилета? Оливковое дерево. Вот они, оливочки растут. И где же ты у нас стоишь-то? На набережной Гурзуфа. Вишенки, абрикосики, малинка, черничка. Давай пакет. Давай так, чтобы не было. Держишь, да? Да. Что-то там опять папа он покупал. Осторожно, крокодилы бьёшь. Давай пакет. Ой. Вот она где, всех мажет, а вот они. О, крокодилы. Сейчас желтые. Пойдем поближе, подойдем. Да, девчонки что-то устали, а вот мужики прям красавчики. Вот на конкуренция, вот Панама, кепка, красавчики. Все вместе. День. Еще день. Стоп, лет. А, да. Вон он сейчас поливает. Хорошо. Ну, давайте прямо сейчас, наверное, выберем самого-самого желтого участника и продолжим веселиться. И впереди, напоминаю, у нас еще фиолетовые и зеленые цвета. Некоторые уже переживают, что не успели выиграть. Нет, есть еще возможность. Ребят, чуть-чуть назад, снова чуть-чуть, пожалуйста, назад. Они выиграть хотят. Вот кто прямо здесь вот стоит, да, вот. А это вот там, пожалуйста. Ай, назад, пожалуйста, назад. А там выиграть, типа, кто самый в краске? Кто самый желтый, да. Так, давайте, значит, выходим желтенькие, значит, вот. 10, 11, 12, 13, 14, 15 президентов. Поаплодируйте всем желтенькие. Ну а теперь давайте выберем самого-самого желтого. Итак, кто считает, что это две красотки номер один? Ох, там затащило прям. Парень номер два. Парень номер три. Девчонка номер четыре. Что-то желтое, да? Номер пять! Эффектно так. Супер. Дальше Кока-Кола. Номер шесть. Может быть, номер семь. В черной футболке номер восемь. Может быть, в белой футболке номер 9? Так, может быть, малютка номер 10? Или же номер 11? Может быть, номер 12? Номер 13? 14? Или 15? Значит, смотрите, остаются вот, которые... А за номер 4? Еще раз, номер 1? Или номер 4? Может быть, номер 2? Или номер 3?
номер один побеждает, ничего не могу поделать. Там вот чуть-чуть было больше рук. Кулак плава, держи крачку. И аплодисменты! Ну что, зеленый, зеленый следующий цвет. Ровно 3 минуты, чтобы стать самым зеленым. Поверните направо. Все, выезжаем из Бурзуфа.